Друзья, всем привет! У нас сегодня на разборе очередной рельефный геометрический узор. В простоте исполнения не будет изменять предыдущим. Раппорт составит 6 петель и 8 рядов высоту. Пряжа в образце Аделия Хэппи. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Первый ряд раппорта, кромочная петля. Затем завожу спицу за первую петлю, вытягиваю нить, делаю накид и провязываю 3 петли вместе за задние стенки. Затем 3 лицевые петли. 2, 3. Повторяю раппорт, завожу спицу за петлю, вытягиваю нить, накид делаю и 3 петли провязываю вместе лицевой за задние стенки. Затем 3 лицевые петли. В первом ряде присутствуют в конце 3 петли симметрии. Теперь второй ряд. Начинаю с 3 петель симметрии, провязываю их изнаночными. 1, 2 и 3. Это тот участок, который расположен над колоском. И теперь основной раппорт. 3 лицевые петли, 2, 3 и 3 изнаночные. 1, 2 и 3. Повторяю 3 лицевые, 3 изнаночные до конца второго ряда. Теперь третий ряд, вяжем его как первый. Кромочная, завожу спицу за первую петлю по ходу вязания, вытягиваю нить, делаю накид и 3 петли провязываю вместе лицевыми за задние стенки. И 3 лицевые петли далее последуют. Четвертый ряд вяжем как второй, начинаем с 3 петель симметрии, кромочная, 3 изнаночные и основной раппорт 3 лицевые петли, 2, 3 и 3 изнаночные петли, 1, 2 и 3. Теперь пятый ряд, будем вязать его как первая и третья кромочная петля. За первую петлю завожу спицу, нить вытягиваю, накид делаю и 3 петли провязываю вместе лицевой за задние стенки. И затем 3 лицевые петли, 2 и 3. Шестой ряд с учетом петель симметрии полностью провязываем изнаночными. Кромочная. И далее изнаночные петли до конца шестого ряда. В седьмом ряду все петли у нас будут лицевые. Кромочная и далее провязываю до конца лицевыми. А восьмой ряд, заключительный, будет полностью изнаночный, то есть петли в нем провязываются по узору изнаночными. И на этом я завершаю раппорт данного узора. Всем спасибо за внимание!